Утром он считает деньги, а вечером играет этнику. Самарец Алексей Зулин работает в банке, а после работы играет на ирландской арфе в группе «Алуна». Музыканты выбрали необычные сочетания инструментов. Вместе с арфой звучат кахон и хендпад – ударные и перкуссионные инструменты. Поэтому этнические мелодии, которые играет группа, слушаются особо ярко и выразительно. Я слушал разную музыку, где используют арфы, и именно кельтскую арфу. Это, в частности, мельницы, это Алис Бар, это наши отечественные музыканты. И в какой-то момент я понял, что я тоже хочу играть на этом инструменте, тоже нести эту музыку. Я очень рада, счастлива участвовать в проекте «Культурное сердце России». Мы участвовали в нем летом, мы продолжаем сейчас. И то, что это продолжается вот именно в этих стенах, во-первых, очень красиво здесь, классный ремонт. Прекрасный зал, оборудование великолепное. Затем на концерте показали свой совместный перформанс электронная группа Distorted Blur и школа танцев Tribe. Формат – интуитивный пластический театр. Концерт прошел благодаря проекту «Культурное сердце России». Он создан по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В таком плане мне понравился этот центр, что он дает развитие и культурное общение. Во-первых, знакомство с интересными людьми, группами, ансамблями. Скоро организаторы обещают порадовать самарцев новыми концертами и новыми яркими группами. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Константин Головин. События.